Всем привет на канале Интересное рядом. Снимаем сегодня единственное в своем роде в YouTube видео. Это полный обзор всех команд, которые выполняет голосовой помощник в мини-колонке от Mail.ru. Итак, Маруся. Видите, да, она начинает реагировать. Это одна из основных команд. Основных команд смотрите на самом... Смотрите внимательно, как она это делает. На самом деле этих команд мало, только активация помощника Маруси, а также его деактивация. Хватит, стоп. Ну, первый раздел будет один из самых крупных, это раздел музыки. Значит, голосовой помощник может проигрывать фоновую музыку для каких-либо целей. К примеру, Маруся, включи фоновую музыку для медитации. Ставлю музыку для релаксации. Маруся, хватит. Также она может включить фоновую музыку для работы, для прогулки или для сна. Она также может поставить музыку для определенного вида танцев, к примеру, Маруся, включи музыку для танго. Включаю экспириенс танго оркестра. Маруся, хватит. Также она может поставить музыку для вальса, бачаты. Также можем запросить ее включать музыку на различных языках. К примеру, Маруся, включи музыку на итальянском. Ставлю итальянскую музыку. Маруся, хватит. По выбору также можем попросить ее поставить музыку на испанском, французском или японском языках. Также ей доступна функция включения поиска музыки из различных кинофильмов. Например, Маруся, включи музыку из фильма «Миссия невыполнима». Включаю музыку из кинофильма «Миссия невыполнима». Маруся, хватит. Доступно ей также распределение музыки по их эпохам. К примеру, Маруся, включи хиты 2007 года. Ставлю хиты 2007. Можете и симпровизировать, попросить поставить музыку 80-х или 90-х годов. Также, если вы активный человек, к примеру, бегаете по утрам, можете ее попросить. Маруся, включи музыку для бега. Ставлю музыку для бега. Маруся, стоп. Ваше настроение грустное, веселое, также она вам поможет подобрать музыку. Маруся, включи веселую музыку. Слушаем позитивную музыку. Маруся, стоп. Разобьет вам музыку также спокойно по жанрам. Маруся, включи русский рэп. Ставлю русский рэп. Маруся, хватит. Может также искусственный интеллект Маруси симпровизировать и найти вам, подобрать похожую музыку. Например, Маруся, включи музыку, похожую на группу Кино. Не нашлось ничего похожего. Попробуйте произнести название иначе. Маруся, включи музыку, похожую на группу Кино. Маруся, стоп. Абсолютно простым будет для нее задание найти какую-то определенную музыку по названию.
примеру, Маруся, включи альбом «Группа крови». Включаю кино «Виктор Цой. Группа крови». Маруся, хватит. Ну, кроме этого, Маруся включает музыку из ваших плейлистов ВКонтакте по команде, включает определенный плейлист по названию, добавляет песни и удаляет из плейлистов, перемешивает плейлисты. Не нашлось ничего похожего. Попробуйте произнести название. Маруся, стоп. Она также может включить плейлист любого вашего друга. Маруся, стоп. Не нашлось ничего похожего. Маруся, хватит. Вот так вот иногда ее нужно успокаивать. Она проявляет чрезмерную чувствительность и активность. Ее также можно обучить вашим предпочтениям. То есть, если вы прослушиваете какую-то песню, вы можете потом в конце сказать, что мне нравится эта песня, мне не нравится эта песня. Поставь лайк, поставь дизлайк, и она будет в зависимости от этих ваших предпочтений в дальнейшем предлагать вам какую-либо музыку. Ну, и самое, наверное, еще и простое тут в том, что Маруся позволяет, Маруся, стоп. На каждое упоминание о себе она вот так вот реагирует, потому что это ее основная функциональная команда включаться при произнесении ее имя. Итак, мы можем музыку переключать постоянно, то есть следующая, давать команду назад, стоп, продолжай, начни заново, перемотай на минуту вперед. Кто сейчас играет, повторяй эту песню. Вот такой вот получился у нас обширный раздел музыка. Она также может вас подключить к какому-либо вашему любимому радио, то есть это следующий раздел. К примеру, Маруся, включи ретро-ФМ. Включаю ретро-ФМ. Маруся, хватит. Маруся, включи Европу плюс. Включаю Европа плюс. Маруся, хватит. Ну, она обучена очень многим радио, которые у нас вещают в эфире. Это и ЛАВ, и Дорожное, и Вести, и Европа плюс, и Детская, и Энерджи, и многие другие каналы. Итак, следующий раздел, и то, что она умеет, это подкасты. Маруся, включи подкаст Матч ТВ. У меня есть подкасты на темы игры и киберспорта, хобби и творчество, семья и не только. Про что хотите послушать? Ну, включи подкаст Кинопоиск. Простите, не могу разобрать. Включи подкаст Кинопоиск. Включаю подкаст Кинопоиск. Сцены из супружеской жизни. Подумал, Лиза, что нам нужно было этот подкаст начать с того, чтобы мы записали, как мы идем с тобой каждый к месту, где мы сидим. Маруся, хватит. У нее множество на самом деле подкастов о музыке, науке, спорте, юморе, технологиях, красоте и моде и так далее. Она, собственно, вам даже немножко сказала, какие подкасты у нее есть. Дальше следующий раздел – это она может воспроизводить различные звуки. Например, Маруся, включи шум костра. Ставлю шум костра. Стоп. Маруся, стоп. Маруся, включи шум озера. Маруся, включи шум озера. Ставлю шум озера. Маруся, хватит. То есть она вот может любые вам подобрать расслабляющие звуки природы, то есть звуки моря, океана, озера, ночи, пение птиц. Либо подобрать звуки для различной релаксации. Например, Маруся, включи розовый шум.
Ставлю розовый шум. Маруся, стоп. Может подобрать вам любые звуки природы, шум парка, моря, волн, ручья, весны, леса. Или, к примеру, Маруся, включи шум бурана. Ставлю шум бурана. Маруся, хватит. Может подобрать любые звуки, которые издают животные. К примеру, Маруся, включи пение лягушек. Ставлю пение лягушек. Маруся, стоп. Она вам включит различные звуки города. Маруся, включи шум шоссе. Ставлю шум шоссе. Маруся, стоп. Подберет вам звуки, которые издают различные музыкальные инструменты. К примеру, Маруся, как звучит виолончель? Маруся, как звучит виолончель? Маруся, стоп. Маруся, как звучит арфа? Маруся, стоп. Ну и может подобрать любые, которые, может быть, даже и вам просто придут в голову звуки, и вы можете попробовать, просто выполнит она эту команду или нет. Вот. Ну, к примеру, Маруся, включи шум старинных часов. Ставлю шум старинных часов. Маруся, стоп. Она также вам может рассказать, что она умеет сама. Не то, то есть вы можете даже, условно говоря, прежде чем им пользоваться, просто спросить у нее. Маруся, как пользоваться капсулой? Давайте я помогу вам узнать больше о том, как пользоваться капсулой Мини. Это займет не больше 3 минут. Скажите «да», если готовы начать. Да. Спросите меня, Маруся, какая сейчас погода? Маруся, какая сейчас погода? Сейчас в Чапаевске переменная облачность. Температура плюс 3 градуса, чувствуется как минус 3, ветрено. У вас отлично получается. Скажите, Маруся, включи спокойную музыку. Маруся, включи спокойную музыку. Слушаем спокойную музыку. Маруся, хватит. Ну, ладно. Если что, вы всегда можете спросить меня, как пользоваться... Маруся, хватит. Ну, вы можете задать ей, собственно, ряд справочных вопросов. К примеру, как сделать звук громче, как выключить, включить микрофоны, как настроить умный дом или изменить Wi-Fi, вот, как подключиться по Bluetooth. Из команд капсулы я еще бы выделил различные команды громкости, то есть сделай громче, сделай тише, громкость на максимум, громкость на минимум, громкость на 4 или... Можете указать любую другую цифру, то есть в зависимости от того, какая вам громкость нужна. Для этого можете у нее просто спросить, Маруся, какая громкость? Она вам ответит, и исходя из этого вы уже сможете дать ей команду. Вы с ее помощью можете делать звонки ВКонтакте, то есть к тем своим друзьям, с кем вы общаетесь, можете позвонить. Она может почитать вместе с вами AR-сказки интерактивные. С ее помощью вы можете заказать еду в Delivery Club. Она может, например, просто повторить ваш последний заказ. Но для этого нужно ее, естественно, еще привязать к Delivery Club и к карте оплат.
Маруся также может управлять вашим умным домом в зависимости от того, от какой компании он у вас дома подключен, реализован. Вы можете ее подключить и управлять домом. К примеру, включать-выключать свет, включать-выключать розетки, чайники, пылесосы, телевизоры, увлажнители воздуха и даже опускать и поднимать шторы. Она может управлять приложением Wing, если вы знаете, это телевидение от Ростелекома. То есть она может искать определенный фильм, перелистывать на следующую или предыдущую серию, может открывать каталог фильмов. Есть у нее много математических и экономических знаний. Она умеет вам и посчитать онлайн без использования калькулятора. Маруся, 1823 прибавить 239 равно? 2062. Может вам сконвертировать валюты. Сколько будет 15 долларов в рублях? 1066 рублей 29 копеек за 15 долларов США. Пост ЦБ на вчера. Может различные величины перевести. Маруся, 5 футов в метров. Это сколько? Поздравляю, вы поставили в тупик робота. Маруся, 5 футов в метрах. 5 футов – это 1,524 тысячных метра. А ты знаешь курсы валют? Это курс Центробанка на вчера. Курс фунта к рублю. 1 фунт стерлинга – 3 пенса за 100 рублей. Курс ЦБ на ноября. А курс платины на сегодняшний день? 1037 долларов США 27 центов за троицкую унцию платины по данным БКС «Экспресс» на вчера – 1 час. А знаешь ли ты, сколько стоили акции «Газпрома» позавчера? 351 рубль 10 копеек за акцию «Газпрома» по данным БКС «Экспресс» на пятницу – 1 час. Ну, кроме этих знаний, она вам, ну, скорее даже не вам, а вашему ребенку поможет, например, и в обучении, потому как обладает большими знаниями в областях биологии, географии, истории, физики и химии. Ну, к примеру, Маруся, самое долгоживущее животное. Среди обитателей океанов не только морской еж относится к самым долгоживущим животным. Как известно, некоторые моллюски способны состариться до 400 лет, а один корабль также может достичь возраста в 300 лет. Маруся, стоп. Может проявить знания в области географии. Маруся, глубина Тихого океана. 4280 метров. Рассказать про Тихий океан острова? Нет, спасибо. Хорошо. Какая длина Уральских гор? Нашла в ответах Mail.ru. Уральские горы – горная система между восточноевропейской и западносибирской равнинами. Маруся, стоп. Поможет подготовиться к вашему ребенку к уроку истории. Маруся, когда было смутное время? Смутное время – период в истории России с 1598 по 1613 годы, ознаменованные стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим... Маруся, стоп! Напомнит вашему ребенку второй закон Ньютона. Маруся, второй закон Ньютона. Нашла в ответах Mail.ru. Второй закон Ньютона – дифференциальный закон движения, описывающий взаимосвязь между приложенной к материальной точке... Маруся, стоп! Она знает кучу разной информации о различных известных людях. К примеру, Маруся, сколько лет Дмитрию Медведеву? 56 лет. Рассказать про рост Медведева. Маруся, стоп! Маруся, кто такой Суворов?
Александр Васильевич Суворов, русский полководец, основоположник русской военной теории. Маруся, стоп. Очень хорошо она может переводить из языка на язык. Это очень тоже полезная функция. К примеру, Маруся, как сказать «добрый день» на китайском? Добрый день в переводе на китайский. Зайхуэй. А как будет «сколько это стоит» по-английски? Сколько это стоит в переводе на английский? How much is it? Голосовой помощник сможет занять все детское время, и когда вам нужно, например, отвлечь ребенка. Он может включать различные сказки по названию, может найти сказку по теме, спеть колыбельную, включить музыку для детей, включить детскую музыку по настроению, по определенной теме, детские песни из фильмов и сериалов, может включить детские радиостанции. То есть просто огромное, огромное количество функций и команд для детей. Маруся, включи песню «Чунга-чанга». Включаю Антон Лисовский «Чунга-чанга». Маруся, стоп. Маруся, включи новогодние детские песенки. Слушаем детские новогодние песни. Clear water crystals turn misty and... Она умеет рассказывать факты о людях и просто интересные факты. К примеру, Маруся, расскажи факт дня. Через Амазонку нет ни одного моста. А ведь длина этой реки почти 7000 километров. Хотите еще? Она может рассказать о погоде в городе, в котором вы живете, на сегодняшний день, на завтрашний, на какой-то день недели, или может сказать, какая погода в каком-то определенном интересующем вас городе. Маруся, какая погода в Санкт-Петербурге? Сейчас в Санкт-Петербурге пасмурно. Температура 8 градусов. Маруся, стоп. Она может вам узнать, помочь текущее время, определить дату и день недели, часовые пояса или когда происходит рассвет и закат. Маруся, во сколько закат в Лондоне? 16 часов 29 минут по местному времени закат солнца в Лондоне сегодня. Какое число будет в пятницу? В пятницу 5 ноября. Маруся также может говорить тосты. Да может даже и не сомневайтесь в этом. Ну скажи тост. Каждый грамм за создателей программ. Маруся, стоп. Если вас интересуют какие-либо новости, и с этим вам она тоже поможет. Маруся, как сыграла Барселона? Последняя игра «Динамо-Ка» Барселона 3 ноября на стадионе НСК «Олимпийский», счет 0-1. Она вам поможет определить время в пути до места, сохранит адрес вашего дома или работы, время в пути до дома и работы. Поможет открыть сайты в веб-браузере, открыть Инстаграм, открыть Ютуб или Твиттер. Она умеет играть в большое количество игр, например, «Верю», «Угадай животное», «Клевер», «Угадай язык», «Таблица умножения», «Загадки», «Любовь-морковь» и много-много-много разных других игр. Маруся, давай поиграем. Это я люблю. Выбирайте игру. Угадай столицу. Угадай столицу. Города. Маруся, стоп. Давай поиграем в игру «Угадай столицу». Маруся, давай поиграем в игру «Угадай столицу». Давайте сыграем в «Угадай столицу». Правила очень простые. Я называю вам страну, а вы мне город. Для каждого города у вас 3 попытки. Выберите, в какой части света будем играть.
Ну и в конце, что еще хотелось бы сказать? Она может с вами просто поболтать на какую-нибудь определенную тему, а может просто без всякой темы, просто поддержать разговор с вами, рассказать гороскоп, анекдот или шутку, прочитать чьи-то стихи, чьи вы попросите. Вот. Ну, на этом, наверное, уже и буду заканчивать. Ну все, будем прощаться. И в самом конце шутка от Маруси. Маруся, как меня зовут? Владимир Владимирович Путин. Маруся, скажи всем до свидания. До скорого свидания.